Здравствуйте, сегодня у нас нож Штурм от компании Kizler Supreme. Очень популярная модель. Нож Тактик выглядит таким образом. Сталь пиджаки с покрытием Tech-Wash. Прямые спуски от обуха. Очень с небольшим сведением, что обеспечивает хороший рез. Full tank, удобная гарда, рукоять из кротона, это плашки, которые легко снимаются и стянуты вот такими винтами. Откручиваются любой там отверточкой, либо ключиком. Имеется отверстие по обуху, сглаженные насечки. Видим логотип компании и кастрюлю, немножко обух понижается. Очень удобные, не габаритные, но в том же случае не маленький нож, который хорошо сидит в ножнах. Ножны легко откручиваются, имеют смена положения фиксатора. То есть можно на поясе так закрепить, да, в горизонтальном виде. Отличная модель, очень популярная от компании Kizler Supreme.